Приветствую всех на моем новом канале Паритория FC. Хотел вам показать набор, распаковку, ну и полный обзор набора Лего. Лего выпуска 2017 года, называется Лего Сити. Номер набора 60-146, ну, от 5 до 12 лет. Итак, что касаемо данного набора. Набор приобретался, кстати, по акции, стоит он где-то в пределах 500 рублей. Ну, на самом деле, очень интересный и, так сказать, очень интересная машинка, интересный сам по себе человечек. Ну, так вообще прикольно смотрится. Как соберем, да, все это, посмотрим, конечно, с вами и уже определимся на месте. Итак, что касаемо коробочки. Коробочка, кстати, небольшая. Вот здесь... С обратной стороны, сначала здесь все указано, как она выглядит. Также, что это Лего Сити. Дальше здесь указан сам, так сказать, водитель, что он меняет колесо. Дальше указано, что машинка может делать. Здесь даже очень красиво выглядит, что есть якобы амортизаторы. Очень классно детализованно проделано. Дальше здесь также есть, ну, что он может прыгать, летать, выхлопные трубы, номер, спойлер, колеса. Ну, все очень классно смотрится. И также, то есть, соотношение, да, то есть, самого человечка и автомобиля. На самом деле, очень хороший, интересный набор. Попробуем его сейчас, посмотрим, соберем и потом расскажу уже, как это все выглядит, ну, так сказать, на деле. Так, ребят, давайте раскрывать. Инструкции, кстати, наклеечки, наверное, да, наклеечки, конечно же, в комплекте, наклеечки на сам автомобиль, и рама есть для самого автомобиля. Здесь подробная инструкция, ну, как и в каждом наборе Лего, такие детали, все это есть. Ну, все, что, ребят, начнем тогда, все покажем более подробно уже, когда будет собранный вариант. Итак, вот она, сборка произошла. Получился вот такой вот гонщик, человечек, или который может обслужить автомобиль в шлеме. Вот, ну, довольно-таки интересный экстрим у него. Он в желтых штанах под стать самому автомобилю. Кстати, на самом деле обычный, но интересный человечек, хаски. Если каску эту снять, то он получается вот такой симпатичный. Так, дальше. Ну и теперь самое главное, наверное, к нашему автомобилю. Да, это получился вот такой вот автомобиль. Я говорю, очень красиво выглядят именно колеса. Такие желтые, такие мощные. Конечно же, резины. Машина, кстати, очень хорошо катается. Очень хорошо катается. Ну вот, ну это у Лего всегда есть большая резина. Подстать такому автомобилю. Спойлер вот ниже делается, ну, то есть как положено, да, можно так поставить, можно так, под аэродинамику. Понятно, что сюда садится человечек, да, тот самый, можно посадить его, да, и он будет у нас эксплуатировать этот автомобиль. Все, мы его сюда садим, можно без шлема, скорость не будем большую набирать, и все, и вот так получается он там. Что касаемо автомобиля, очень красивая передняя часть, то есть фары, и как будто здесь такой кенгурятник. Очень красиво смотрится, очень. Вот сборка, кстати, вообще недолгая, но интересная. В книжке все понятно. Вот мне на самом деле очень понравились вот эти амортизаторы. Как бы, прям безумно классно смотрится, даже будто машина хочет понажимать, чтобы она именно амортизировала. Здесь как будто воздухозаборник двигателя есть. Вот, и сзади вот эти выхлопные трубы тоже. Классно смотрится, что-то новое, да, то есть, ну, действительно, Лего молодцы, не стоят на месте. Вот, большие подкрылки такие, ну, тачка, на самом деле, классно.
такой вот, я хочу сказать, упс. Вот, ну, то есть, вот так катается. На самом деле, классный набор. Мне он очень понравился. Вот. Вот такой вот набор. Вот это получилось. Ну, на самом деле, советую приобретать. Для коллекции очень интересный, прикольный. Можно действительно, поиграться. Вот, а так... Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на мой канал, будет еще очень много обзоров. Дальше начнутся обзоры чуть побольше. Вот, и там уже дальше посмотрим. Все, ребят, всем спасибо, пока и удачи.